Всего в районе работали 5 избирательных участков. 2 в Одинцово, по одному в Больших Веземах, Захарово и Лесном городке. В остальных поселениях была объявлена техническая победа в связи с тем, что каждая из них выдвинула по одному кандидату. Эти выборы максимально приближены к федеральным законам по избирательному праву Российской Федерации и Московской области. Избирательные участки работают 12 часов с 8 до 8. Также, в отличие от федеральных выборов, голосуют люди от 14 до 30. В соответствии с региональным законом о молодежной политике приняла Мособлдума. В день выборов в молодежный парламент при Совете депутатов принять участие мог любой желающий в возрасте до 30 лет. Я также решила не остаться в стороне. Здравствуйте. Евгений Семилетов отметил, что еще год назад он и не думал, что вместе с другими кандидатами будет участвовать в дебатах и что общественная работа его так поглотит. В ближайшем будущем мы планируем активно развивать молодежное предпринимательство, делать круглые столы, как образовательные, так и профориентации, больше работать с молодежью. Надеюсь, что новая команда и те люди, которые войдут в состав молодежного парламента, будут такой же небольшой семьей. Кандидаты выбирали из молодой гвардии «Единой России», молодежного совета Одинцовского района. Были и самовыдвиженцы. Я проживаю и живу в Одинцовском районе уже всю свою жизнь и занимаюсь общественно-политической деятельностью с детства. И на данный момент я избираюсь в молодежный парламент, потому что хочу сделать наш район лучше. Этот день очень важен для молодежи Одинцовского района, считает Ольга Щепетова. После выборов будет создана команда, которая продолжит работать в этом же направлении. Команда всегда готовая отстаивать интересы молодежи. Я хочу пожелать, конечно же, удачи всем кандидатам на выборах и сказать, что необходимо в конечном итоге создать команду, которая будет работать все вместе, невзирая на какие-то, не знаю, может быть, различия в интересах в партиях, как можно так сказать, но тем не менее работать и работать на благо Одинцовского района. Ну а пока остается ждать итогов прошедших выборов в молодежный парламент при Совете депутатов Одинцовского района. Нила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».